Новый учебный год начинается уже завтра. С этим событием детей поздравили российские космонавты. В данный момент, прямо сейчас, работающие на МКС. Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин передали с орбиты запись обращения ко всем, кто в понедельник сядет за парты. Для кого-то учеба только начинается, а кто-то уже выходит на финишную прямую, готовый вступить во взрослую жизнь. Всем вам мы желаем успеха в обучении, приобретения новых знаний и удачи на экзаменах тем, кому они предстоят в этом учебном году. Московские школы, детские сады и колледжи примут в этом году более 1,5 миллионов учеников и воспитанников. Многие учебные заведения откроются после завершения реконструкции. Все они теперь соответствуют новому московскому стандарту образования.